очень повезло с моментом завершения прошлой лекции, потому что у меня как раз будет лекция из жизни говорящих обезьян. Я чуть позже объясню, почему так. Но лекция будет посвящена тому, как мы становимся наркоманами и насколько справедливо говорить об алкоголизме и никотинзависимости как о полноценных настоящих наркоманиях и о том, почему вообще нам все это так нравится. История здесь вот о чем. История здесь о том, что на самом деле нейробиология — это очень гуманная наука, очень добрая, очень веселая. Это наука о том, что мы должны испытывать удовольствие. Наш мозг — это орган удовольствия. У нас в мозге есть целая большая система, много нейронных структур, которые так и называются reward system, система вознаграждения. И все эти структуры могут активироваться каким-то образом. И исторически в ходе эволюции они активировались обычно тогда, когда мы делали что-нибудь полезное. Вот если мы посмотрим на этих двух прекрасных марканукадонов. Марканукадоны — это такие древние млекопитающие, которые жили, если я не ошибаюсь, порядка 200 миллионов лет назад. Верхний марканукадон, его зовут Вася. Он любит еду, он любит женщин, он любит общение. Нижний марканукадон, Петя, ко всей этой ерунде равнодушен, предпочитает сидеть и думать о высоких материях. И как вы думаете, кто из них с большей вероятностью выживет и оставит потомство? Вася оставит потомство с большей вероятностью, потому что он просто больше радуется. Когда он находит еду, он больше радуется. Когда он находит самку, он больше радуется. Когда он находит убежище, он больше радуется. Из-за этого у него больше мотивации, чтобы находить себе еду, самку и убежище. Из-за этого он с большей вероятностью распространит свои гены с помощью этой самки. И таким образом преимущество получат те гены, которые предрасполагают нас к тому, чтобы радоваться жизни. Дают нам способность получать удовольствие. Это безумно важная эволюционная способность. Без нее мы бы никогда не стали из марканукадонов людьми, о чем была предыдущая лекция. Но существует некоторая проблема. Проблема заключается в том, что раньше в ходе эволюции мы в основном получали удовольствие от полезных вещей. То есть здесь на самом деле тоже перепутана причина со следствием. В принципе, выживали те, кто получал удовольствие от чего-нибудь хорошего. И совсем недавно, по историческим меркам, мы научились к этой системе подбирать отмычки, мы научились эту систему взламывать. Когда мы говорим, что наркотики активируют систему вознаграждения, да, это правда, но правильнее посмотреть с другой стороны, что из всего спектра сотен тысяч, миллионов возможных химических веществ наркотиками становятся именно те, которые при приеме оказывают какой-то приятный положительный эффект. Люди пробуют много всего разного, много всяких разных растений, много всяких разных синтезированных в пробирках веществ. И от некоторых из них они чувствуют, что им стало хорошо. Эти вещества, в свою очередь, тоже получают большое эволюционное преимущество в мире конкуренции веществ. Люди начинают заботливо стремиться к тому, чтобы их воспроизводить. Вообще, это очень выгодная стратегия. Например, если вы растение, быть растением, которое нравится человеку, потому что благодаря этому вы достигаете фантастической численности. И если говорить немного упрощенно, но в общем и целом это верно для многих наркотиков, они конкурируют с теми веществами, которые есть в нашем мозге. В нашем мозге есть нейроны системы вознаграждения. На поверхности этих нейронов есть какие-то рецепторы. К этим рецепторам какие-то молекулы подходят, с ними взаимодействуют, что приводит к активации этих нейронов, что приводит к получению нами удовольствия. Эту систему можно попробовать взломать. Можно подобрать какое-нибудь вещество, которое способно связываться с теми же самыми рецепторами. Причем наркотиком, как правило, становится вещество, которое способно связываться с ними более сильно, более эффективно, более грубо, весомо, зримо, и которое приводит к необычно резкому повышению уровня тонуса системы вознаграждения, выделению в ней вещества дофамина, на котором в основном она работает. И это верно для многих наркотиков. Самый очевидный пример — это опиаты. Потому что у нас даже есть такое слово «эндогенные опиаты». Эндогенные опиаты, эндорфины, энкефалины — это вот то, что наш мозг постоянно вырабатывает сам. Он это вырабатывает, с одной стороны, для фонового обезболивания, чтобы нам не было страшно, больно, если мы сделаем вот так. Вот коленка болит, но чуть-чуть, а если бы у меня не было эндорфинов, то она бы болела прямо совсем сильно. А с другой стороны, для того, чтобы иногда, в редких случаях, вознаграждать хозяина большим выбросом эндорфинов, в том случае, когда он что-то такое совсем важное сделал, там, нашел себе любовь, например, долго-долго добивался, в конце концов, она ему согласилась с ним иметь дело. Вот. Но есть способ лучше, точнее, хуже. Можно химически синтезировать опиаты, можно химически ввести их в кровеносную систему, они попадут в мозг,
И это приведет к тому, что сразу все рецепторы к опиатам, которые у вас есть, активируются одновременно. Это будет офигительно. Это будет потрясающе. Вот я лично не пробовала героин, я надеюсь это сделать, когда мне будет лет 90, когда уже будет особо нечего терять. Но те мои знакомые, которые пробовали, говорят, что, к сожалению, это действительно лучшее, что с ними случалось в жизни. И, к сожалению, потому что в организме, в мозге есть механизмы обратной связи. Механизмы обратной связи приводят к тому, что когда какого-то вещества много, рецепторов к нему становится меньше, вырабатывать его сам организм начинает меньше, ну, потому что вот, оно, вот же оно и так есть. И в итоге получается, что когда у вас кончается действие химического наркотика, вам начинает не хватать вашего собственного, ваших собственных эндогенных опиатов. Как правило, это не происходит с первого раза. С первого раза возникает физическая зависимость, психологическая зависимость, то есть желание попробовать еще. Вот, но не пытайтесь повторять этот опыт в домашних условиях, считайте, что все плохо с первого раза, потому что наркоман в ломке в героиновой сталкивается с очень серьезными проблемами от того, что в его мозге не хватает его собственных эндогенных опиатов, рецепторы к ним не насыщаются, и организм понимает это так, что, наверное, ему должно быть больно, поскольку изначально опиаты служили для фонового обезболивания. И вот ломка как раз это когда организм собирает всю информацию от рецепторов в суставах, в коже, в теле, и всю эту информацию трактует как жуткую боль. И ну, с остальными наркотиками тоже так. Там и у нас есть рецепторы к эндоканнабиноидам. Они, например, активируют чувство голода, поэтому от травы тоже хочется есть. И самый такой типичный классический пример – это как раз никотин, нежно нами любимый. Никотин страшно распространен. У меня там дальше будет статистика, но, к сожалению, по России. Я должна была, конечно, заменить ее на статистику по Украине. У меня есть уважительная причина, почему я этого не сделала, я забыла. Вот, вредно, люди хотят бросить, но не могут. Почему такая странная история? Вот, извините, еще раз про Россию. В России, по данным 2010 года, это просто самая свежая из официальных ВОЗовских оценок, было 44 миллиона курильщиков на 142 миллиона населения. И проблема даже не в абсолютных числах, а проблема в том, что из них 14 с лишним миллионов, то есть треть, в течение только одного последнего года пытались бросить. И только 11% из них, 1,6 миллиона, сообщили, что им это удалось, что им удалось добиться какого-то устойчивого эффекта. И несмотря на то, что все прекрасно знают, что курение в среднем укорачивает жизнь на 14 лет, что примерно 6 миллионов людей в год умирают из-за курения, из которых 10% пассивных курильщиков. И сама по себе эта статистика говорит о том, что не совсем корректно рассматривать курение как дурную привычку. Курение правильнее было бы рассматривать как вполне полноценную наркотическую зависимость. Именно потому, что много людей хотят бросить, у единиц из них это получается. И, например, когда люди бросают на силе воли на одной только, то вероятность успеха попытки – это 5%. То есть, когда человек вокруг вас ходит и говорит, что я вот бросаю курить, на основании чего мне можно вести себя как свинья и много жрать, да, ему действительно можно вести себя как свинья и много жрать, это уважительная причина, тем не менее, скорее всего, у него все равно ничего не получится, он просто совершенно зря выносил вам мозг 3 недели. Но такова жизнь. Есть очень известный обзор журнала «Lancet», в котором разные наркотики сравнивались по степени негативного влияния по разным параметрам с точки зрения вреда для общества, с точки зрения вреда для здоровья. Вот с точки зрения вреда для здоровья никотин и сигареты занимают почетное 9-е место, там масса наркотиков более вредных. Но зато с точки зрения силы физической зависимости, то есть того, как много людей из эпизодически употреблявших начали употреблять постоянно, и как много пытаются бросить и не могут этого сделать, никотин занимает почетное 3-е место. Сразу после героина и кокаина. Почему так получилось? Зачем вообще табак синтезирует никотин? В принципе, он это делает не для того, чтобы сделать гадость человеку, он это делает для того, чтобы сделать гадость насекомому. Потому что никотин – это достаточно эффективный инсектицид. Все дело вот в чем. Не пугайтесь, я сейчас все объясню нормальными словами. Все дело вот в чем. Для того, чтобы насекомое могло пойти куда хочет. Его нервная система отправляет сигнал на мышцу. Из нервного волокна около мышцы выделяется вещество ацетилхолин. Это вещество ацетилхолин воздействует на рецепторы к ацетилхолину, которые находятся на мышце насекомого. Мышца сокращается, насекомое спокойно ползет куда хочет. Никотин химически довольно похож на ацетилхолин. Никотин связывается с теми же самыми ацетилхолиновыми рецепторами. Но он связывается с ними сильнее, и это приводит к тому, что насекомое, у него начинаются судороги, и оно умирает в муках.
У человека тоже есть ацетилхолиновые рецепторы, так получилось. Мы вообще родственники. У человека тоже есть, например, в гладких мышцах ацетилхолиновые рецепторы, поэтому никотин, например, оказывает слабительное действие. У непривычного человека он может вызвать понос. У привычного иногда тоже может. Вот. Но в основном никотин действует на нас не так. В основном у нас никотиновые рецепторы находятся в мозге, и где бы вы думали, они находятся в системе вознаграждения в больших количествах. Что означает, что никотин воздействует на ацетилхолиновые рецепторы, на нейронных системы вознаграждения, что в свою очередь приводит к тому, что они выбрасывают дофамин соседним нейронам, что в свою очередь приводит к активации системы вознаграждения, что приводит к тому, что человек, да, действительно становится более счастливым, да, действительно становится более сосредоточенным. И есть даже эксперименты, когда некурящим людям давали никотин в виде там жевательной резинки или пластыря, и с некоторыми задачами на внимание они после этого действительно справлялись лучше. Понятно, что там есть некоторые индивидуальные генетические вариации, понятно, что на одних людей этот эффект, что с одними людьми этот эффект выражен сильно, с другими людьми этот эффект выражен слабее, но в принципе он существует. Проблема с ним только одна. Проблема с ним заключается в том, что при постоянном курении это так не работает. Если вы покурили, вам понравилось, вы испытали удовольствие, вам круто, вам замечательно, и вам хочется покурить еще. А потом еще, а потом еще. И постоянно постепенно ваш организм привыкает к тому, что вещества, похожего на ацетилхолин, теперь стало все время много. Но в этой связи у вас, с одной стороны, повышается количество рецепторов к ацетилхолину, ну раз уж теперь, ну, чтобы добро не пропадало. А с другой стороны, каждый отдельный рецептор немножко устает от вот этой постоянной работы, немножко дольше, немножко больше времени ему требуется на то, чтобы восстановиться. И в совокупности эти два эффекта приводят к тому, что если вам никотин поступал в организм, поступал каждый час, все было хорошо и замечательно, а потом вы попали в самолет, или на длинный письменный экзамен, или поехали в гости к бабушке, или еще по какой-то причине курение вам недоступно, то собственного ацетилхолина, который вырабатывается в вашем мозге, уже недостаточно для того, чтобы поддерживать нормальный уровень активации системы вознаграждения. Вы становитесь глупым и несчастным. Поднимите руку, кто когда-нибудь наблюдал в своем окружении человека, бросающего курить. Понравилось? У меня есть любимая история, которую, правда, я писала уже в книжке, поэтому, кто читал, прошу прощения, но эта лекция, в принципе, сильно пересекается с первой книжкой, поэтому прошу прощения, про то, как я бросала курить во второй раз из 5 актуальных. И мы с прекрасным молодым человеком, моим будущим мужем, хотя тогда это было еще совершенно не очевидно, поехали в Петербург, чтобы я развеялась. В Петербурге мы решили пойти в Петропавловскую крепость. А на входе в Петропавловскую крепость стоял негр в костюме рыцаря. И я хотела сказать своему спутнику: «Ой, смотри, рыцарь». Но поскольку я бросала курить, и, соответственно, у меня были большие проблемы со сосредоточенностью и работоспособностью, с ацетилхолином в мозге, я обнаружила себя, интеллигентную барышню из мультинационального государства, прошу прощения, кричащей на весь мост: «Ой, смотри, негр». Вот, и это довольно типичная история для человека, бросающего курить. Ему действительно очень плохо. Я готова поклясться в этом на происхождении видов. То есть еще раз, как это работает, у нас есть ацетилхолин свой собственный, и когда человек нормальный, то у человека есть ацетилхолин, который активирует ацетилхолиновые рецепторы, и человеку нормально. Когда у нас зависимость, человеку тоже очень хорошо. Человеку прям может быть даже еще лучше. У человека есть немножечко ацетилхолина, и у человека есть много никотина, который активирует те же самые рецепторы, человеку зашибись. А потом мы убрали никотин, и вот этого маленького ацетилхолина уже совершенно недостаточно, и это очень печально и грустно. Существуют исследования разные, сложные, там томографические были даже исследования, которые показывают, что в принципе это восстановимо. В принципе, если каким-то образом 3 недели в среднем никотин не будет в ваш мозг поступать, то вы станете снова нормальным человеком. У вас снова восстановится нормальная обычная работоспособность, вы сможете думать, работать и быть счастливым без сигарет. Но понятно, что психологическая зависимость так быстро не проходит, я чуть дальше еще скажу почему. Чисто физиологическая за 3 недели действительно проходит. Но да, эти 3 недели каким-то образом нужно пережить. И статистика здесь очень неутешительная. То есть вот я говорила, 5% из тех, кто бросает на одной только силе воли, эти 3 недели умудряются пережить без срывов. Но из этих бросивших 70% в течение года начинают курить обратно, потому что они помнят это великолепное ощущение.
А почему ощущение, собственно говоря, кажется великолепным? Потому что у вас появляется волшебная палочка. У вас появляется способ ручного управления своим мозгом. Это на самом деле невероятно крутая штука. Если вы, например, обычный человек, вот у вас есть какой-то условный уровень активации ацетилхолиновых рецепторов. Потом, например, вам стало плохо, у вас случился стресс, у вас этот уровень активации понизился. И если вы не курящий, то вы сделать ничего не можете. Вам просто нужно, чтобы прошло время, чтобы вы успокоились, чтобы уровень активации системы вознаграждения вернулся на прежний уровень. А если вы курильщик, то вуаля, у вас есть волшебная палочка. Вы идете и курите, вы немедленно механически подстегиваете вашу систему вознаграждения, вы немедленно механически подстегиваете вашу работоспособность. То есть, если мы говорим конкретно о работоспособности, то когда вы не курящий, у вас более или менее постоянно все нормально. У вас более или менее все время постоянно примерно одинаковый уровень самочувствия, настроения, работоспособности. Если вы курильщик, то вы покурили, вам стало хорошо. Время полураспада никотина, по-моему, около часа. Соответственно, в течение следующего часа вам становится хуже, 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 хуже. Вам стало значительно хуже, чем было до этого момента. Вам стало значительно хуже, чем некурящему. После этого вы пошли покурить, вам снова стало замечательно. После этого вам опять становится хуже, 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 хуже. И так действительно каждый час. То есть нормальный человек живет вот так, никотин-зависимый человек живет вот так. Но зато в этих пиках, в тот момент, когда он покурил, он чувствует себя так же хорошо, как некурящий. И вот ради этого ощущения мы все готовы продать душу, это действительно очень круто. Проблема здесь вот в чем. Я сейчас в очередной раз бросаю курить. Я сейчас 16 дней не курила, это очень плохо, я очень страдаю. У меня продолжается физическая ломка, мне действительно плохо. Вам не повезло со мной. Вот. И почему я пытаюсь это сделать? Мне, в принципе, плевать на продолжительность моей жизни, я ни разу не трансгуманист, но дело в том, что мне предстоит сейчас довольно много письменных экзаменов, во-первых, а во-вторых, я довольно много летаю в самолетах. И все это вызывает очень жестокие страдания, потому что я после сигареты точно знаю, что час у меня будет нормальная работоспособность, второй час у меня будет плохая работоспособность, третий час у меня не будет никакой работоспособности, будут сильные физические страдания. Это мешает. Это правда мешает при целом ряде задач. При попытке сдать IELTS или при попытке вообще много чего сделать. Я 2 раза не пошла работать в РИА Новости, потому что РИА Новости дают длинные письменные задания и при этом не выпускают покурить. Я писала его 1,5 часа, потом говорила, знаете, я не хочу у вас работать. Они меня выгоняли, я шла на улицу курить. Вот. Это ужасно похоже на инвалидизацию. Если у вас диабет первого типа, то вы должны постоянно волноваться, есть ли у вас с собой тест-полоски, есть ли у вас с собой шприцы, есть ли у вас с собой инсулин, когда, где вы сможете сделать укол. И человек с никотиновой зависимостью, понятно, что не все курящие обладают никотиновой зависимостью сформированной, там есть разные генетические варианты, там есть разные паттерны курения. Тем не менее, если мы говорим о человеке с физической зависимостью от никотина, то он находится в совершенно точно таком же положении. Он должен постоянно волноваться о том, когда он сможет покурить. Это мешает. На этой печальной ноте давайте поговорим о чем-нибудь более веселом. С алкоголем на самом деле все гораздо лучше, чем с никотином, потому что эпидемиологические исследования показывают, что если вы эпизодически употребляете никотин, то зависимость у вас разовьется с вероятностью порядка 67%. Если вы периодически употребляете алкоголь, то в течение всей жизни зависимость у вас в общей сложности разовьется с вероятностью 22%. Это довольно много, но еще одна хорошая новость в том, что алкоголизм, у него есть много стадий, каждая из этих стадий развивается по несколько лет, и с высокой долей вероятности вы умрете от старости раньше, чем вы поняли, что вы стали алкоголиком. И вторая часть моей лекции о том, как вам гарантированно умереть от старости раньше, чем вы станете алкоголиком. Наркотик этот довольно загадочный. Про механизмы его работы понятно далеко не все. Там есть удивительные совершенно дозозависимые эффекты. То есть, когда мы говорим об алкоголе в больших дозах, там все понятно. Алкоголь в больших дозах действует на рецепторы гамма-аминомасляной кислоте. Гамма-аминомасляная кислота – это главный тормозящий медиатор в мозге. То есть в больших дозах алкоголь работает как депрессант. Вам становится ничего не интересно, вы падаете спать в углу. Но в малых дозах почему-то он работает как-то не так. В малых дозах он почему-то вызывает веселье, радость, легкость и все вот это. Скорее всего, так происходит потому, что он все равно оказывает депрессивный эффект, он все равно притупляет активность мозга, но просто начинает с высших отделов, которые отвечают за логическое мышление, за соблюдение социальных приличий, что первыми подавляются именно те отделы мозга, которые рекомендуют вам не танцевать голым на столе в присутствии вашего начальства.
Вот, поэтому первое время эффект субъективно приятный. Но там есть еще несколько довольно заумных объяснений, типа того, что, например, рецептор к гамма-аминомасляной кислоте, вот этот он большой, ветвистый, сложный, и, может быть, алкоголь сначала мешает самой гамма-аминомасляной кислоте связываться с этим рецептором, потому что он просто забивает механический подход, потому что сначала застревает в ветвях этого рецептора, а потом уже проникает глубже к своему сайту связывания и начинает работать. В общем, биохимическая история загадочна, но вот мы наблюдаем факт, что в малых дозах один эффект, в больших дозах другой эффект. Что такое малые дозы? Малые дозы, они малые, к сожалению. То есть существуют разные оценки разных Минздравов, они собраны в таблицу на каком-то сайте, на который у меня есть ссылка в книжке, но в среднем считается, что доза, которую Минздравы разных стран в среднем считают безопасной, это 14 граммов этилового спирта в сутки, если вы девочка, и 28 граммов этилового спирта в сутки, если вы мальчик, к вопросу о гендерной дискриминации. Это соответствует 300 миллиграммов пива или 600 миллиграммам. И еще одна плохая новость в том, что 600 миллиграммов пива в сутки это не означает 4200 миллиграммов в пятницу. То есть, по всей видимости, пить... По всей видимости, пить мало, но регулярно более безопасно, чем пить редко, но много с точки зрения вреда, который вы наносите вашей печени, вашему мозгу и вашим прочим органам, потому что в больших дозах алкоголь оказывает выраженный токсический эффект. На тему того, полезно ли пить мало, не факт, не факт. То есть существуют некоторые статистические исследования, которые показывают, что вроде как среди людей, которые пьют мало, то есть среди вот этих, смертность ниже, чем среди тех, кто не пьет вообще, чуть-чуть ниже, такая U-образная кривая. Потом дальше, когда вы начинаете пить много, у вас смертность опять повышается. Но дело в том, что не следует путать корреляцию с причинно-следственной связью. С высокой долей вероятности это означает не то, что пить полезно, а это означает, что люди, которые чувствуют себя лучше, которые от природы более здоровы, они иногда пьют, а люди, которые чувствуют себя плохо, на всякий случай не пьют. И, в принципе, более больные. Вот, то есть, например, у нас есть генетик, исследователь генетики, в том числе алкоголизма, Светлана Боринская. Она очень осуждает вообще любые попытки говорить о том, что умеренное употребление алкоголя может быть полезным, потому что говорит, да, люди обычно вспоминают всякие там ресвератолы и прочие хорошие вещества, которые содержатся в красном вине и так далее, но ресвератол можно получить из виноградного сока тоже, при этом не рискуя, что вы станете алкоголиком, не рискуя, что у вас будет вот такой мозг. Потому что, да, действительно, когда вы употребляете алкоголь в сильно больших дозах длительное время, то он оказывает токсическое действие, в том числе на ваши нервные клетки. Вот есть такая замечательная пропагандистская работа, почти как легкие курильщика, про то, про вот человек, вот человек, конкретный человек, который выпил за жизнь 1866 килограммов этилового спирта. Вот его мозг. А вот мозг контрольного человека, который выпил за всю жизнь всего 60 литров чистого этилового спирта, килограммов. И у него мозг, как вы видите, более такой туркерный, более хороший, больше в нем нервных клеток. Вот здесь график, который отражает вот контроль. Это сколько у вас должно быть серого вещества в принципе. А синенькая линия – это люди-алкоголики, которые пьют не очень давно. И видно, что у них уменьшилось количество серого вещества в префронтальной коре, во фронтальной и в разных других отделах мозга. А вот желтым алкоголики, которые пьют давно, у них оно уменьшилось еще больше. В общем, в принципе, все плохо. Но почему так происходит? Почему алкоголь вреден? На самом деле вреден не столько сам этиловый спирт, сколько вредны продукты его переработки. Про переработку алкоголя полезно знать две вещи, что она происходит в две стадии. Сначала вы выпиваете, у вас этиловый спирт, он оказывает на вас расслабляющее действие, вам хорошо. Потом фермент алкоголь-дегидрогеназа начинает превращать его в уксусный альдегид. Как правило, уже пока вы спите. А потом следующий фермент альдегид-дегидрогеназа превращает его в уксусную кислоту, которая уже превращается в углекислый газ и воду, дальше ничего интересного не происходит. В этой истории важно то, что вот эта промежуточная стадия, уксусный альдегид, это серьезный яд. Это именно с ним связаны все вот эти отвратительные симптомы похмелья, когда у вас сухость во рту, когда у вас руки трясутся, когда у вас голова раскалывается. Это просто токсическое отравление ядовитым веществом, которое называется уксусный альдегид.
И, например, канцерогенное действие алкоголя тоже связано именно с уксусным альдегидом. У алкоголиков увеличена частота многих видов рака, что связано как раз с этим. Но дело в том, что эти ферменты могут работать у разных людей с разной скоростью. У вас, возможно, ситуация, когда, например, у вас этиловый спирт сначала медленно, плавно перерабатывается в уксусный альдегид, медленно-медленно. И поэтому вы длительное время чувствуете приятные эффекты опьянения, а потом практически не доживаете до токсических, потому что, например, второй фермент у вас работает быстро, и он быстро весь образующийся уксусный альдегид перерабатывает в относительно безопасную уксусную кислоту, и вы, в принципе, похмелья особо не чувствуете, вам все норм, вам все окей. Или может быть наоборот, что весь этиловый спирт, который вы выпиваете, мгновенно перерабатывается в ядовитый токсический уксусный альдегид, а потом этот уксусный альдегид очень медленно перерабатывается в уксусную кислоту, и, соответственно, вы чувствуете мало удовольствия от опьянения, потом вы чувствуете много неприятных симптомов, ну и как бы и все. Долго чувствуете неприятные симптомы, медленно они исчезают. Вот, кстати, то, что называется зашивать алкоголиков, это как раз история про то, чтобы выключить второй фермент. Вам вводят под кожу капсулу с веществом, которое блокирует второй фермент альдегид-дегидрогеназу, и получается, что все, что вы выпьете, остается уксусным альдегидом, который оказывает на вас токсический эффект, вам плохо, опасно и не рекомендуется. И, к сожалению, вот вы, если думаете, что у вас удачная комбинация ферментов, вы можете много пить и получать от этого много удовольствия, на самом деле вам не повезло. На самом деле у вас как раз тогда повышенный риск стать алкоголиком, потому что, ну, а чего, если все нравится? А вот если вам наоборот повезло, и у вас весь алкоголь перерабатывается быстро в ядовитый уксусный альдегид, потом медленно перерабатывается в уксусную кислоту, то тогда вы, скорее всего, алкоголиком не станете. Есть книжка по психогенетике Олега Тиходеева, в которой написано, что среди людей, у которых не работает вот этот второй фермент, но бывает такая мутация, за время исследования удалось обнаружить ровно 3 людей из всего человечества, которые смогли все-таки себя заставить стать алкоголиками. Вот мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус, им было очень плохо, но они пили, 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 и все-таки смогли дожить до зависимости. Зависимость – это такая зависимость, происходит примерно то же самое, что с любой наркоманией. От алкоголя активируется тоже система вознаграждения. Алкоголь тоже приводит к тому, что у вас происходит выброс дофамина в центрах вознаграждения в головном мозге. И поэтому, как при любой зависимости, ваша система вознаграждения требует еще, еще и еще, несмотря на потребности всего остального тела, которому от этого становится плохо. Но среди тех, с кем вы сегодня пойдете пить, или какой там день недели завтра пойдете пить, алкоголиками станут 11% в течение 10 лет и 22% в течение всей последующей жизни. Но вы можете этого не заметить, потому что далеко не все из этих людей дойдут до вот этой стадии. До вот этой стадии, чтобы вы дошли, вам должно еще повезти. Как гарантированно вовремя понять, что вы или ваш муж, или ваша жена, или ваш кто-нибудь еще, significant other, становится в Украине разрешена пропаганда гомосексуализма? Да, или ваш муж, если вы мальчик, или ваша жена, если вы девочка? Это очень хорошо. Нет, на самом деле, я бы в России тоже, я не очень их боюсь. Так вот, в общем, как распознать, что вы или ваш партнер становится алкоголиком? В наркологической литературе выделяют первые признаки, в связи с которыми уже полезно насторожиться. Первый из них – это то, что называется синдром желательности алкоголизации. Это привычка по любому поводу думать, что неплохо бы пойти купить-выпить. То есть у вас произошло какое-то событие. Вот я сейчас в ответ на любое событие думаю, что это событие – достаточный повод, чтобы покурить. Ну, в принципе, не только сейчас, а всю жизнь. А вот человек, у которого постепенно начинает формироваться предрасположенность к алкоголизму, он в ответ на любое событие думает, что это хороший способ пойти выпить. Вот вы послушали 4 занудных длинных лекции, особенно моя длинная. Мне обещали, что вас предупреждали, что она длиннее 15 минут. Если нет, то извините. Вот. И вы послушали 4 лекции. Вы молодец, надо пойти выпить. Вы на этих лекциях познакомились с какой-нибудь симпатичной девочкой. Вы молодец, надо пойти выпить. Вы на этих лекциях познакомились с каким-то хмырем, который вам не понравился. Это стресс, надо пойти выпить. Ну, понимаете, вот что бы ни произошло, надо пойти выпить. И если вы поймали себя на таком образе мыслей, то, наверное, вам лучше не ходить выпить. А следующий симптом, уже более такой физиологический, это симптом толерантности к алкоголю, который постепенно развивается. Это означает, что вам для достижения того же самого эффекта начинает требоваться большая доза.
То есть в этом отношении, когда вы только начинаете пить в подростковом возрасте, полезно как-то задокументировать, какая доза какого напитка оказывает на вас какой эффект. Чтобы знать, например, что после полулитра пива вам становится хорошо, после литра пива вы становитесь разговорчивым, после полутора литров пива вы начинаете легко знакомиться с молодыми людьми, даже если вы мальчик. И после этого, соответственно, следить за собой. Если выяснится, что для того, чтобы знакомиться с молодыми людьми, вам нужно уже 4 литра пива, значит, у вас нарастает толерантность к алкоголю, значит, это тревожный симптом. Ну, то есть, это, конечно, хорошо, ферментов выделяется много, организм привык, что его сейчас будут поить, но нет, ничего хорошего. Следующая психологическая история – это синдром облигатности опьянения. Это когда вам бывает обидно, если вы начали пить, но при этом мы не достигли состояния вот этой эйфории, расслабленности, легкого или там тяжелого опьянения. И вам становится обидно, если вы наметили пойти выпить, а что-то внезапно отложилось. Ну, там, например, вы купили себе пиво, даже еще не открыли, его просто купили и предвкушали, как вы выпьете вечером перед телевизором. И тут вам позвонили, позвали на машине куда-то ехать, и вы едете, но вы ужасно злитесь, что вы хотели выпить пиво и не смогли. Вот это тоже плохо. Вот. Еще одна вещь – это запаздывание феномена насыщения. Это вам сложнее становится достичь состояния «мама, я не могу больше пить». Вот. Но самое тревожное – уже признаки ранних стадий алкоголизма, вещи, когда вот действительно без дураков срочно пора останавливаться. Это такие вещи. Во-первых, если у вас исчезает рвотный рефлекс. Здоровый человек не может пить бесконечно, здоровый человек рано или поздно пойдет блевать. Если вы пьете столько же, от какого количества вы раньше всегда уже входили, вас тошнило и рвало, но сейчас вы пьете и пьете, и вовсе вас не тошнит и не рвет, то вот это не повод хвастаться. Хотя, наверное, это... я надеюсь, что это культурное отличие между нашими с вами странами. В России это принято хвастаться, что вот как я хорошо могу много выпить. Вот, это плохо. Если вы не можете добиться того, чтобы вас вырвало, то либо вы молодец и не пьете много, либо у вас проблемы. Во-вторых, самый тревожный, такой самый очевидный симптом, который показывает, что человек алкоголик, и за него не надо выходить замуж, это абстинентный синдром. Абстинентный синдром, то есть желание на следующее утро опохмелиться. Желание на следующее утро выпить еще, это на полном серьезе симптом ранних стадий алкоголизма, абсолютно серьезно, это ненормально. Это может не означать, что вы превратитесь вот в такое, вы можете не успеть, вы можете умереть от старости раньше, но действительно это очень плохо. Потому что, когда здоровый человек накануне выпил слишком много, ему на следующее утро плохо от того, что у него в организме слишком много уксусного альдегида, что он им отравлен. И мысль о том, чтобы выпить еще, у здорового человека на утро вызывает отвращение. Поднимите руки, кто здоровый человек. Ну, слава богу, есть. Вот. А если вы алкоголик, то вам плохо на следующее утро от того, что у вас в организме алкоголь кончился. И тогда, естественно, вы хотите выпить бутылочку пива, но это плохо. И еще один признак – это способность допиться до провалов в памяти, которые называются алкогольный палимпсест, когда вы не можете воспроизвести последовательность событий, куда вы пошли, с кем вы пошли, с кем вы познакомились, зачем. То есть, опять же, здоровый человек, у него рвотный рефлекс начинается раньше, чем настолько серьезное отравление мозга. Если вы уже развили в себе такую толерантность, что вы уже можете выпить столько, чтобы у вас появились провалы в памяти, наверное, лучше остановиться, наверное, лучше ввести в голове сухой закон на некоторое время. И минутка саморекламы. У меня есть первая книжка. У меня уже почти есть вторая книжка, она выходит через месяц. Но вот есть первая книжка, в которой все эти истории изложены гораздо подробнее и со ссылками на приличные источники. Спасибо. Мне нужно еще полминутки внимания, пока я не забыла. У меня будет завтра еще одна лекция. Она будет лучше. Она будет лучше, во-первых, потому что она будет касаться не моей прошлой книжки, а моей нынешней книжки, то есть я хоть как-то помню, о чем там идет речь. А во-вторых, потому что она будет про органик и про ГМО. Это было ужасно смешно. Я ее один раз уже читала, я ее читала в Москве за кучу денег. В Москве есть попытки монетизации научно-популярных лекций. Она называлась просто «Органик против ГМО. Что лучше для общества, индивида и планеты?». И туда пришла куча людей, которые совершенно явным образом ожидали за свои деньги, что я буду им доказывать, что органик лучше. Они были очень разочарованы. Вот. Можно вопросы вот задавать про алкоголь и про курение. Ну, а кто модерирует? Я модерирую, тогда девочки вперед. Жрать.
Нет, ну, в общем, в целом, да, конечно, потому что проблема же в том, что, точнее, одна из прелестей состояния курящего в том, что он получает удовольствие каждый час. То есть, да, несмотря на то, что правильно пишет этот ваш алкоголь, что это удовольствие, это избавление от неудовольствия, тем не менее, никто не отменял того, что это большой субъективный кайф, и курильщик привык к тому, что каждый час у него гарантированно есть что-то хорошее. Когда сигареты кончаются, это хуже несчастной любви, на самом деле. Потому что раньше у вас всегда была поддержка, надежда и опора, теперь у вас ее больше нет. Но, по крайней мере, у вас по-прежнему есть желание получать хоть что-то хорошее каждый час. И если раньше вы получали сигарету, которая стоит 4 рубля, я не знаю, сколько в гривнах, и в ней нет калорий, то теперь вы идете с мороженое, которое стоит 300 рублей, в котором много калорий, тоже 300. Ну и да. Вот спорят процесс окисления этанола до альфа-бензопропилена и продуктовой кислоты. Вот разность у них она разная, но это зависит от содержания фермента или от каких-то особенностей структуры у разных людей? Ну, в принципе, и то, и другое. И то, и другое генетически задается. То есть действительно бывают разные варианты фермента, которые более или менее эффективно, более или менее быстро работают или совсем не работают почти. И, в принципе, гены влияют также на то, насколько много вы его можете вырабатывать. Но на это, вероятно, в какой-то степени влияют еще и условия среды. Вот вся эта народная мифология про то, что если вам нужно много пить, то вам имеет смысл сначала выпить чуть-чуть за час до этого, якобы для того, чтобы в клетках печени начали синтезироваться гены алкоголь тегидрогеназа или тегидрогеназа, чтобы организм, значит, подготовился, повернул свое клеточное ядро к ферментам тем путем, чтобы было быстрее всего считывать эти гены. Вот. Я не находила исследований, которые бы это напрямую подтверждали, но некоторая логика в этом может быть. Ну, давайте вы. Вы знаете, вот это лучше спрашивать у наркологов, исследований. Я бы предположила, что это скорее какая-то история про психологию, про то, что среди женщин, в принципе, выше распространен повышенный уровень тревожности. Возможно, если бы я была феминисткой, я бы даже привела к этому какой-то социум, какие-то истории про то, что вот женщины в нашем обществе, в принципе, дискриминированы, поэтому им более тревожно, поэтому их больше ущемляют. Вот, но, то есть, в общем и целом, так или иначе, неважно по биологическим причинам или по социальным, возможно, это связано с тем, что у женщин немножко выше уровень тревожности, поэтому они немножко сильнее психологически завязаны на какие-то вещи, которые эту тревожность притупляют, будь то никотин или алкоголь. Угу. Скажите, а почему вообще вам интересна эта тема? Ну, надо же мне чем-то зарабатывать на жизнь. Нет, но если говорить про курение, например, то у меня всю жизнь длинное и сложное отношение с наркотической зависимостью от курения. И как раз третий, по-моему, раз я бросила курить после того, как написала книжку, или четвертый, я уже не помню. И это был наиболее эффективный на сегодняшний момент раз. Я целый месяц не курила вообще, потом начала курить очень эпизодически, реально там по одной, по две сигареты в неделю. И так прожила почти год, пока не начала работать в журнале «Здоровье», в котором начала курить обратно, потому что там без этого было невозможно. Сколько лет вы этим занимались? Мне было чуть меньше 16, когда я начала. Я сначала на Rainbow, знаете, такое Rainbow Gathering, хипповское сборище в лесах. Я начала курить траву, а потом вернулась в город, травы там не было, и хотелось чего-нибудь курить, я начала курить никотин, это оказалось гораздо хуже с точки зрения зависимости. Да. Но в общем и целом, да, все остальные способы, к сожалению, существенно менее эффективны. Да. Ну, смотрите, теоретически я считаю, что бросание курить – это самый сложный период в жизни человека, и поэтому нужно обеспечить себе на 3 недели полную возможность не работать и полную возможность не принимать никаких решений. То есть только сидеть, играть в компьютер и жрать, тогда у вас есть какие-то шансы. Вот. Но на практике моя наиболее успешная на данный момент попытка
просит курить, была на фоне острого очередного сильного обострения несчастной любви, моей героической, там, за которую я книжку тоже написала первую и так далее. И, как ни странно, для меня вот это сработало, потому что несчастная любовь была такой силой, что мне было уже плохо, и уже были задействованы почти все ресурсы мозга на то, чтобы страдать. И в моем случае это оказалось очень выгодно, потому что вот мозг уже страдает на 70%, но какая разница, будет он страдать на 90% еще из-за курения, разница не такая большая, как между нормальной жизнью и бросанием курить, когда он тоже страдает на 90%. И это было очень удобно, потому что это появились такие сообщающиеся сосуды. То есть как только я начинала страдать про мальчика, я думала, ой, кажется, ой, я хочу курить, и про мальчика страдала меньше. И наоборот, когда я начинала страдать про то, что я хочу курить, я начала страдать про мальчика, вспоминала, что он меня не любит, и как-то становилось легче. Вот. Ну, есть, естественно, всякие химические поддержки. Что касается никотин-заместительной терапии, никотин-заместительная терапия – это, конечно, хорошо, но это, в общем-то, не способ бросить курить. То есть это не способ соскочить вот с этой биохимической карусели. Это просто способ начать получать никотин более безопасным для вашего здоровья образом. Здесь есть некоторые проблемы, связанные главным образом с фармакокинетикой, с тем, что курильщик привыкает к тому, что он получает никотин раз в час большими довольно порциями, и ему эти качели нравятся. А практически все варианты никотинозаместительной терапии подразумевают постепенное получение никотина, которые, ну и из-за этого люди часто на них не выдерживают, возвращаются обратно на аналоговые сигареты, потому что они просто привыкли к этим качелям, они получают от них удовольствие. То есть никотин-заместительная терапия убирает страдания от того, что вы не курите, но не приносит такого кайфа, как обычные сигареты, к сожалению. Хотя ведутся разные разработки, разные способы доставки. Есть вещи типа Табекса. Вот я сейчас жру Табекс. Это совершенно страшная проблема, потому что я очень хотела пойти покурить перед лекцией. Я всегда хочу курить, но перед лекцией я хотела курить особенно сильно, и, в принципе, это было бы в ваших интересах, потому что я бы тогда гораздо лучше разговаривала. Но вот смотрите, вот я сейчас каждый раз поминутно теряю мысль, это именно признаки ломки, признаки абстиненции. Но дело в том, что я пью вот этот чертов Табекс, а в этом чертовом Табексе написано, что если я покурю, то меня будет мучить, тошнить. И я решила, что, наверное, если у меня перед вами выход, то это будет не намного лучше на качестве моей лекции скажется. Хотя, наверное, вы бы ее запомнили, по крайней мере, тогда. Вот, поэтому я не рискнула. Этот Табекс – это довольно хорошая штука, довольно гениальная. Он мне не платит. Там содержится растительный алкалоид цитизин, который связывается с теми же самыми ацетилхолиновыми рецепторами и мешает никотину с ними связываться. В этом его идея, то есть он немножко притупляет ломку, немножко притупляет физические страдания, и при этом якобы делает курение более бесполезным. Вот. Но все равно даже на нем результаты клинических испытаний не очень хорошие. Ну, то есть, если на силе воли бросает 5%, то на цитизине бросает 10%, я точно не помню, но порядка 10 плюс-минус, может быть, чуть-чуть побольше. Вот. И нет ни одного метода, который бы давал какую-то реально хорошую эффективность. Сочетание одновременно лекарств, психотерапии, мощной мотивации, угрозы здоровья и всего вот этого дает примерно 20% вероятности бросить за конкретную попытку. Самое лучшее, что было, это была вакцина против курения. Вакцина – это когда у вас в крови прямо есть антитела, которые связывают с никотином и пускают его к мозгу. В итоге сигареты как настоящие, на радости никакой. Но это пока там успех был что-то типа 30% или даже 40%. Но это пока на стадии клинических испытаний. Угу. Ну вот давайте вы, например. А вот в процессе курения какие-то побочные вещества, кроме никотина, какое они роли играют в причинении вреда? В причинении вреда они играют ключевую роль. При сгорании табачного дыма образуется порядка 4000 разных химических соединений, многие из которых канцерогенны. Никотин как раз, по-видимому, не канцерогенен. И вообще, по-видимому, не очень сильно влияет на здоровье. То есть, да, он вызывает спазмы сосудов, что само по себе не очень хорошо, но это капля в море по сравнению с огромным вредом от всех остальных веществ, которые в сигарете содержатся. То есть человек, который живет на никотинозаместительной терапии, не очень сильно отличается по здоровью от человека без зависимости. Человек с курением отличается сильно. Ну вот. А вы считаете, что сейчас недостаточно внимания к никотиновой зависимости? Ну, более общественная резонансная. Нет, в общем и целом для человечества было бы неплохо, если бы распространились электронные сигареты. Но дело в том, что действительно курильщики, мало кто из курильщиков может на них полностью перейти, потому что с виду как настоящие радости никакой.
электронную сигарету приходится курить постоянно, не просто каждый час, а каждые 5 минут, просто из-за... Ну, там есть некоторые проблемы с безопасностью, проблемы с тем, что обычную сигарету вы дозируете, а электронную сигарету вы дозировать не можете. Вы не понимаете, выкурили вы ее до конца или нет. И в связи с этим там делают слабые растворы никотина для того, чтобы вы просто не отравились им до смерти, если будете курить слишком много. И в связи с этим человеку с никотиновой зависимостью приходится ей пыхать каждые 5 минут, ну 5-10, ну у кого какая зависимость. И это тоже довольно неудобно, тем более, что это опять же запрещено в самолетах. На самом деле варианты есть. Вот, но... То есть, если бы человечество перешло на электронные сигареты, оно, конечно, стало бы более здоровым, но для этого, вероятно, нужны какие-то другие электронные сигареты. Вот я ездила как-то раз в Варшаву на конференцию любителей электронных сигарет и разработчиков электронных сигарет, и они там как раз обсуждали эти проблемы, то, что курильщики не радуются электронным сигаретам, потому что в них нет порционности, во-первых, во-вторых, нет вкуса, в-третьих, нет табачного дыма. И Филипп Моррис представил новый девайс, который представляет собой гибрид обычной электронной сигареты. Там капсула с табаком, но табак не горит, его не поджигают зажигалкой, а табак нагревается электрической пластиной до более низких температур. При этом дает дым, дает вкус, дает дозированность, но там ниже температура горения, поэтому образуется меньше канцерогенных веществ. Вот они предполагают, что может быть за этим будущее. Я пробовала читать эту книжку, она мне резко не нравится, потому что она достаточно некорректна с точки зрения биохимических механизмов негативной зависимости, но я, собственно говоря, вот из нее цитировала вот эту мысль про то, что да, действительно, сигареты для негативно-зависимого человека – это прекращение страдания, которое воспринимается субъективно как удовольствие. Это правда, это, наверное, не его мысль, она довольно очевидная, но вот она есть, и он ее разжевывает всю книжку, и, в принципе, это хорошо на случай, если кто-то эту мысль не осознавал. Я читала эту книжку. Спасибо. На меня не действует, но у меня профдеформация на меня не действует всегда. Да? Вы знаете, но вот этот вопрос лучше задать не курящим, потому что я, допустим, когда-то я хотела спросить у некурящих, как они вообще работают, сейчас меня как-то больше интересует, зачем они, блин, вообще живут. Я правда не понимаю, то есть я не понимаю, как и зачем жить без курения, это очень печально. Но я видела много людей, которые понимают, нормально себя чувствуют, в том числе каким-то образом социализируются, заводят социальные связи. Ну, ритуала какого-то, наверное, действительно не хватает. Можно вместе играть на флейтах, я не знаю. Вы имеете в виду, что для того, чтобы окончательно избавиться от зависимости, нужна перестройка нейронных связей, нужна перестройка паттернов поведения, да? Ну, в принципе, вероятно, да. В принципе, это вот как раз история про то, что подавляющее большинство людей, которые даже бросили, которые преодолели эти первые 3 недели физической ломки, все равно в течение года начинают курить обратно, потому что у них просто не сформированы какие-то спасательные поведенческие паттерны, они не понимают, как еще, например, мотивировать себя делать какую-то сложную, неприятную работу. Для меня вот это ключевая вещь. Я пока что придумала единственный способ никогда не делать ничего сложного и неприятного, и вчера бросила подготовительные курсы по высшей математике. Между прочим, там еще за месяц оплачено, но бог с ним. Не знаю, как у некоторых получается. Была в 2014 году, вышла совершенно чудовищная работа, которая называлась «Потерянный рай». Она была о томографических исследованиях курильщиков и бывших курильщиков.
о том, что людям их кладут в томограф, передают им какие-то приятные стимулы, там обещают дать вкусной еды, обещают дать денег после окончания вот этого исследования томографического. И показали, что курильщики, в частности, бывшие курильщики, все люди, которые вообще когда-то курили, гораздо меньше радуются, например, предложению дать им денег, чем люди, которые никогда не курили. Статья называется «Утерянный рай», и она про то, что мозг курильщика настолько привык ассоциировать любую жизненную радость с сигаретой, что все остальные елочные игрушки для него уже не настоящие. Это страшная вещь на самом деле. Вот. Но еще раз понятно, что не все курильщики одинаково полезны. Что не у всех курильщиков все так плохо, у всех курильщиков все плохо по-разному. Потому что бывают, во-первых, разные генетические варианты вот этих самых ацетилхолиновых рецепторов. Бывает, например, мутация в гене CHRNA5, которая приводит к тому, что ацетилхолиновый рецептор работает не очень хорошо. И, по-видимому, эта мутация тесно сопряжена с быстрым развитием сильной зависимости. Потому что если у вас вот этот способ активации системы вознаграждения работает не очень хорошо, возможно, у вас, в принципе, и уровень довольствия от жизни такой не очень высокий, а потом однажды у вас появляется в кровеносной системе никотин, проникает в мозг, и никотин действует на эту систему вознаграждения, активирует ее до тех высот, на которых она раньше не была. Делает так, чтобы она наконец-то начала нормально работать, потому что никотин связывается с ацетилхолиновыми рецепторами даже лучше, чем сам ацетилхолин. И среди людей с такой мутацией, а точнее, среди людей без такой мутации, когда их спрашивали, как им понравилась первая сигарета подростковая, 10% говорили, что она им понравилась, остальные говорили, что она вот не понравилась, но продолжили из-за каких-то там социальных вещей. Среди людей, у которых такая мутация есть, 45% говорили, что им очень понравилась первая сигарета, что она сразу принесла интенсивный кайф, интенсивный душевный подъем. И это далеко не единственная мутация, которая связывает с развитием никотиновой зависимости, там может быть много всего. Может быть, у вас, например, клетки гладкой мускулатуры очень сильно действуют на никотин, поэтому как только вы покурили, вам сразу захотелось в туалет, у вас скрутило живот, вы запомните, скорее всего, вторую сигарету курить не будете, вам не понравилось. Может быть, у вас гематоэнцефалический барьер между мозгом и кровеносными сосудами, например, плотнее, и он плохо пропускает никотин, поэтому у вас, в принципе, плохо формируется зависимость. Может, у вас система вознаграждения и так работает как бешеная, и не нужны никакие дополнительные стимуляторы. То есть, правда, все люди разные. И в этом как раз одна из самых больших проблем со всеми разговорами про никотиновую зависимость. В том, что всегда находятся люди, которые говорят, а вот я бросил легко. Ненавижу. Ненавижу, потому что они не то чтобы врут, но у них хорошая комбинация генов. У них, возможно, были ни разу не успели сформироваться поведенческие паттерны постоянного курения. У них была, возможно, зависимость, они так, возможно, считают, но была какая-то другая зависимость, не такая, как у нас, и мы оказываемся слабовольными. Ну, блин. Да? Довольно. Не знаю. Может быть, потому что ацетилхолиновых рецепторов просто тупо больше. Они более широко в мозге распространены в разных его системах. Но хотя, с другой стороны, почему это обязательно означает, что они должны медленнее адаптироваться? На самом деле, здесь просто надо смотреть исследования еще и по восстановлению тех, кто был зависим от героина. Потому что, может быть, через 3 дня их отпускает адская боль. Курильщиков некоторых тоже могут отпустить адские страдания уже через 3 дня, если повезло. Вот. Но все равно требуется еще много-много лет на то, чтобы как-то научиться испытывать удовольствие от чего-то еще. И вот это тоже очень большая проблема. Да, это очень важный вопрос. Но когда похмеляешься... Так, а про это у вас в Украине законов нет? Значит, с вами... Или просто понимаете, вот на самом деле у меня сегодня было очень сильное впечатление. Мы шли по вашему великолепному, замечательному городу Харькову, и я увидела рекламу презервативов, и меня это поразило. И проблема здесь не в том, что меня это поразило, а проблема не в том, что здесь реклама презервативов, удивительно не то, что здесь есть реклама презервативов, а удивительно то, что меня это удивило.
потому что 10 лет назад мне бы не пришло в голову удивляться такой банальной вещи. Но я, блин, живу в стране, в которой духовные скрипы. И эти духовные скрипы, они как-то расползаются, они проникают в мозг каждому. И эти духовные скрипы приводят к тому, что даже если ты специально пытаешься никогда ничего не бояться, как-то все равно вот это проникает. И редкие люди умудряются вообще ничего не бояться. У нас есть законы на каждый чих, вся моя деятельность, любая моя деятельность, любая моя лекция может привести к тому, что меня посадят на 15 суток, если захотят. Если не захотят, ну пока до меня руки не дошли, я как тут неуловимый Джо. У меня сейчас входит вторая книжка. Я помню про ваш вопрос, извините, просто можно я баечку расскажу. Я расскажу баечку про нежно любимое мной издательство «Корпус», в котором вот вышла первая книжка и выходит вторая. Это вообще лучшее издательство «Ночь пома». У меня сейчас входит вторая книжка, она про лженауку. Она называется «В интернете кто-то не прав. Научное исследование спорных вопросов». Там первая часть про медицинские лженауки, типа гомеопатии и антипрививочного движения. Вторая часть про научные холивары, типа ГМО и креационизма. А третья часть, в том числе, про социалку. В том числе, там есть глава про гомосексуальность, про то, нормально ли, природно ли, и почему не надо преследовать и гнобить. И с точки зрения современного российского законодательства, этого достаточно для того, чтобы книжка должна была быть 18+, и должна была бы продаваться запакованной в полиэтилен и реально по паспорту. Потому что у нас есть, например, кодекс об административных правонарушениях, в котором есть формулировка конкретно такая – создание искаженного представления о социальной полноценности однополых отношений. Я пишу об этом издательству «Корпус», обсуждая с ним, не надо ли все-таки поставить на мою книжку 18+, чтобы у них же не было неприятностей. Вот пишу вот такая статья, КААП, создание искаженного представления. Издательство «Корпус» мне отвечает, да кто искаженного, а у нас-то ведь не искаженное. Вот, я в восхищении. Я в абсолютном восхищении издательства «Корпус», потому что это примерно последний остров тех, кто меня начал бояться. Я уже начала, поэтому каждый раз, когда я должна, например, отвечать на вопрос про траву, мне стрёмно, потому что пропаганда наркотиков и все плохо. Вы не знаете, как получить гражданство Украины? Так вот, когда похмеляешь, все становится лучше, потому что мозг у нас вообще реагирует не на модуль, а на градиент. Мозгу у нас не очень важно, какая там в абсолютных цифрах, какой там в абсолютных цифрах уровень дофамина в системе вознаграждения. Ему важно, рос ли в последнее время уровень дофамина в системе вознаграждения или падал. Когда он рос, то значит все хорошо, значит мозг все правильно делает. А когда он падает, то немедленно становится тревожно, и мозг начинает искать способы, как бы сделать так, чтобы вернуться туда же, откуда мы начинали. Это вот как раз курением очень сильно выражено, потому что когда вы выкурили сигарету, у вас он поднялся, потом начинает падать, мозг начинает волноваться, говорит, то есть, чтобы нам такое сделать, может быть, надо нам еще раз покурить. Вот. То же самое, вероятно, с похмельем. Вероятно, ваш мозг хорошо реагирует на присутствие алкоголя, вероятно, алкоголь хорошо активирует систему вознаграждения. И даже после того, как вы поспали и проснулись, вы помните, что вчера было хорошо, а сегодня как-то уже не очень. И мозг ваш, он умный, обучаемый. Дело в том, что мозг же вообще эволюционировал, в принципе, для того, чтобы запоминать, какие действия приносят удовольствие. Это очень жестко прошитая в мозге схема, она очень важная для эволюционного нашего преуспевания и выживания. То есть система вознаграждения, она не только связана с вознаграждением, она еще связана там, с гиппокампом, с лобной корой, со всеми теми зонами, которые нужны для памяти и для логического мышления, для принятия решений, для обучения. То есть каждый раз, когда что-то приносит удовольствие, вы это очень хорошо запоминаете. Мозг, в принципе, так построен, в принципе, так сделан, чтобы так произошел в ходе эволюции, чтобы запоминать, что привело к повышению дофамина в системе вознаграждения. У вас мозг умный, хороший, легко обучаемый. Он поэтому даже по прошествии ночи помнит, что от алкоголя было хорошо, а без алкоголя стало как-то грустно, и он настойчиво вам говорит, хозяин, 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 круто было, давай повторим. И примерно с любой зависимости вот так. Про траву много всего интересного. Трава время от времени в некоторых, все в новых и новых штатах Америки, например, начинает быть разрешена к медицинскому применению, к рекреационному применению. Она, по всей видимости, несет меньше социальных проблем и меньше проблем со здоровьем, чем многие другие наркотики, разрешенные в наших странах. То есть я уверена, что трава, в общем-то, приносит меньше вреда, чем алкоголь. И тот факт, что алкоголь разрешен, трава запрещена, приводит к... Ну, он связан с сугубо культурными какими-то историями, с каким-то историческим наследием. Про траву была хорошая статья моего коллеги Коли Кукушкина, который не только картинки рисует моим книжкам, вот эти вот все.
вот это Коля Кукушкин нарисовал, но кроме этого он еще биолог, он еще научный журналист. У него была статья на сайте Метрополь про медицинское применение травы. Довольно крутая. Да? Кто-то еще что-то хотел? А есть вообще способ удовлетворения системы вознаграждения? Способ чего? Какие есть альтернативные способы удовлетворения системы вознаграждения? Ну, хорошая новость в том, что, в принципе, некоторым людям удается подсесть на спорт. Спорт тоже активирует систему вознаграждения, причем спорт даже приводит к повышению уровня эндорфинов. Вероятно, потому что в дикой природе никто добровольно не бегал. И мозг наш поэтому думает, что если вы бежите, то вы, наверное, удираете от тигра, и вам, наверное, нужны эндорфины на случай, если тигр вам откусит руку, чтобы вам не умереть от болевого шока. Во всяком случае, да, занятия спортом активируют систему вознаграждения. И, в принципе, бывают люди, которые к ним сильно привязаны. И да, быть привязанным к спорту лучше, чем быть привязанным к никотину. Но это требует определенных усилий на создание вот этой вот этой прекрасной. Ну, собственно говоря, да. Даже если вы никогда не начинали курить, но зато, например, думали про свой вес, то вы можете отлично понять, что испытывает человек, который то ли хочет, то ли не хочет начать курить. Он ходит, например, вокруг возможности стрельнуть сигареты у коллеги и думает, ну ведь от одной сигареты ничего не будет. И, в принципе, от одной сигареты действительно ничего не будет, но точно так же вот человек, который пытается следить за весом, он ходит вокруг холодильника и думает, ну ведь от одной конфеты ничего не будет. И от одной конфеты действительно ничего не будет, но захочется потом вторую конфету, потом третью, потом борщика навернуть, потом еще чего-нибудь. И как-то вы становитесь вот таким же большим, как я. Или еще больше. Вот. То есть пафос тут в чем? Пафос тут в том, что да, действительно, блин, мы жили в совершенно таких условиях, мы эволюционировали в совершенно таких условиях, чем сейчас. У нас слишком много доступных удовольствий. То есть мы вообще по многим параметрам живем сейчас совершенно не так, как в тех условиях, на которые наш мозг был лучше заточен. Биологическая эволюция, к сожалению, история медленная, а эволюция социальных технологий, техники и социума – эта история очень быстрая, очень много на что влияет. И в том числе, да, в том числе это влияет на то, что никогда в жизни у человечества не было столько доступной еды. Это очень большая проблема. Есть статистика. Ага. Есть статистика про то, что среди нынешних людей действительно 1 миллиард не доедает, но и то он не доедает не столько по калориям, сколько по недостатку белка, недостатку витаминов, и при этом 1,5 миллиарда страдают от избыточного веса. Еда для человека слишком доступна, это проблема. Я не знаю, что тут делать. И мне делают красные глаза организаторы, говорят, что пора мне вас погонять, поэтому спасибо за внимание.